Опрос более 60% азербайджанцев заявили о хороших отношениях с ЕС. Обнародован опрос общественного мнения в Азербайджане о Европейском Союзе. Более половины азербайджанцев считают отношения между Евросоюзом и Азербайджаном хорошими. В 2020 году проект Восточное соседство ЕС, финансируемый ЕС, провел опрос общественного мнения в шести странах Восточного партнерства. Исследования проводились в период с февраля по март 2020 года. До вызванного COVID-19 и было основано на личных интервью среди репрезентативной выборки из тысячи человек на страну. Согласно результатам опроса 2020 года, у 44% граждан Азербайджана сложился положительный образ ЕС, что на 17% больше в сравнении с 2016 годом. 9% респондентов негативно относятся к Евросоюзу. 30% азербайджанцев знают о финансовой поддержке Евросоюза для Азербайджана. 76% от этой цифры считают ее эффективной. 69% опрошенных считают отношения между Евросоюзом и Азербайджаном хорошими. Уровень доверия к Евросоюзу составляет 41%. Это на 13% выше уровня 2018 года. Привет, друзья! Наконец-то я решился открыть свой авторский канал АЗ-20%. Приглашаю вас подписаться и заранее благодарю. Ссылка на канал в описании к этому ролику. Всем удачи и помните, что вместе мы сила.